Вы когда-нибудь пробовали плоды китайского финика? Вот он у нас произрастает на Ставрополье. Плоды вот такие в октябре получаются. Чуть-чуть недоспелые, но очень вкусные. Внутри вот такая вот сочная мякоть, слегка зеленоватого цвета. Внутри имеется косточка. Очень на вкус напоминает яблоко. Вкусные, очень вкусные, обалдеть просто. Поэтому вот такие вот плоды выросли. Красивые. А сама кожура очень похожа на ореховую, на зеленый орех.